Привет-привет всем, дорогие друзья и подписчики моего канала IT-навигатор с вами. Сегодня в данном видео я хочу выбрать топ лучших дистрибутивов прошедшего 2017 года. У нас будет несколько номинаций и не будет там второго, третьего места. Я просто назову лучшие по своему мнению. Итак, давайте начнем. Номинация «Лучшая для десктопного использования» у нас побеждает. Первое место занимают два дистрибутива. Это Linux Mint Cinnamon 18.3 и Linux Mint LMDE 2. Ну, также Cinnamon, либо что вы там предпочитаете. Ну, я думаю, Cinnamon наиболее оптимальный вариант. Почему, собственно, эти два дистрибутива 18.3 поразил меня своей плавностью, своей надежностью и, скажем так, своей отзывчивостью. Классный дистрибутив, использую у себя на, ну, как бы как основную операционную систему на своей основной машине. LMDE делит первое место, потому что это тот же опыт Linux Mint 18.3, тот, который на базе Ubuntu, но с стабильностью и надежностью Debian. Linux Mint LMDE 2 это дистрибутив, он выигрывает по производительности 18.3, но, скажем так, проигрывает за счет того, что на 18.3 более новый софт, а на LMDE накладываются ограничения, те, которые как бы накладывает Debian. Вы получаете не самый новый софт, но вы получаете более стабильную работу и более производительный дистрибутив, да, как бы более высокую производительность. Вот. Следующая номинация — наиболее перспективный проект. В данной номинации хотелось бы отметить Solus. Сейчас уже имеется третья версия дистрибутива. Скоро будет обзор на него. Как бы проект развивается очень быстро. Ну, кому интересно, посмотрите, есть обзор Solus 1.2 на моем канале. Ну, обновлю этот обзорчик. В целом перспективный проект. Там несколько оболочек: Budgie, Mate и Gnome. Вот версия с Budgie очень хорошо зашла. В целом работает быстро, плавно. И в данном дистрибутиве очень удобный software менеджер. Там, ну, очень круто, как бы придумали что-то новое и развивается неплохо. За это и побеждает в данной номинации. Ну и третья номинация. В этой номинации я не буду хвалить. Это у нас наибольший фейл года. Это, ну, надеюсь, несложно было догадаться. В данной номинации у нас дистрибутив Ubuntu 17.10 за свои баги, в частности того, что данный дистрибутив убивает BIOS на многих ноутбуках и превращает ваши рабочие станции в кирпич. Да, как бы Canonical переработала интерфейс, перевела свой дистрибутив на GNOME, много чего там переделала, но накосячили очень хорошо в плане драйверов на уровне ядра системы. В общем, не знаю. Все очень печально. Ну и Ubuntu занимает как бы такое плачевное место в моем рейтинге. Вот. Ну, на этом все. Это те дистрибутивы, которые я хотел отметить. И всячески рекомендую вам Linux Mint 18.3, Linux Mint LMDE 2. Скоро выйдет LMDE 3. Будет вообще просто бомба. Ну и Solus Linux — это достойный проект, который, скажем так, достоин вашего внимания. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой дистрибутив бы вы хотели отметить со своей стороны как лучший, скажем так, по итогам прошедшего года. Мне интересно ваше мнение. Ну что ж, спасибо, друзья, и до новых встреч. Пока-пока.